Всем привет! Сегодня у меня не очень приятное видео. Индюк в процессе любви порвал индюшку. Ты сегодня заметил, грана уже не свежая. Промыл как мог хлоргексидином, смазал все левогликолем. И теперь вот потихоньку зашиваю. Перекись водорода тоже обработал. Да, будет гноиться, но придется смазывать, смотреть за ней. Посмотрим на результат. Сейчас ее дошью. Шью обычными нитками проспиртованными, обычной иголкой. Вот. Вот. Ладно, продолжу процесс пошива. Ну все, работа закончена. По-моему, получилось неплохо, с учетом того, что первый раз шью в животных. Сейчас обработаю все зеленкой, насыплю стриптоцид и гулять. А также, скорее всего, начну прокалывать антибиотики дней на 5, на 7. Потому что рана серьезная и 100% она будет гноиться. Ладно, посмотрим на дальнейшее поведение птички. Ну все, процесс завершен. Ранка обработана, швы обработаны. Пациент вел себя замечательно, даже не хрюкнул. У него на голове, видите, такая перчатка, чтобы ей было поспокойнее в темноте. Как ты, моя хорошая? Чувствует она себя, в принципе, хорошо. Температуры у нее нету. Кушает, бегает, в земле ковыряется. Сейчас вот развяжу ей ноги. И побежим. В процессе операции мы немножко тут накакали. Но без этого никуда. Всем спасибо за просмотр. Делитесь своими вариантами лечения подобных случаев. Пока. Ну вот. Как ты себя чувствуешь, рыбка? Хорошо? Укольчики сегодня начнем тебе делать, да. Ой-ой-ой-ой. Ты сильно не трясись, а то швы разойдутся. Все, гулять пойдем сейчас.